В Астане в эти минуты проходит международная научно-практическая конференция «Идентичность и единство. Казахстанский путь и модель Нурсултана Назарбаева». Участники конференции – ученые и исследователи из Германии, Индии, Ирана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Казахстана – обсуждают проблемы формирования идентичности в разных странах мира с акцентом на уникальный казахстанский опыт. Участники уже отметили, что за годы независимости Казахстан предложил миру различные варианты и сценарии выхода из кризисных ситуаций и продолжает оставаться в этой части одним из лидеров. Над вопросом сохранения идентичности сейчас работает много ученых Центральной Азии. Эта тема актуальна в контексте глобализации. Я хочу взглянуть на этот вопрос с точки зрения Казахстана и поделиться со своими студентами. Путь, который выбрала ваша страна со времени обретения независимости, примечательный. Вполне вероятно, что те шаги, которые предпринимает Казахстан, приведут к лидерству не только в Центральной Азии, но и в целом в Евразии.